thank you for the question. Это перископ. Вы там есть? Планета Ку-Ку. Да, это Алексеева, все верно. Так, привет, 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 Гошан позитив. Да, Гошан, качайся, Гошанчик. Спасибо, Гошан. Так. Чего не качаться? Иди качайся, я не сказал, смотри, куда еще больше-то? Давай, Гошан, пишет, спрашивай, как тоже, не качаешься. Когда уже качаешься, это в смысле, когда уже закончишь качаться, да? Когда же ты закончишь это? Смотри, да, оттуда Серега. Синхронисты? Лютые банки от Бешана. Какие банки? Трехлитровые? Да. Пятилитрушечку? Давай, давай. Оп. Ну, крутя, крутя. Банки, Сереж. Какая банка? Случил, где она? Оп, 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 спасибо, спасибо. Сколько банков у Сережи спрашивает? 44, 44 плюс был. 45 вряд. Что, еще перископишь? Да. Ребят, давайте дружить и развлекаться. Ну что, ваши предложения, крутые вопросики. Да ничего не пишете. Да? Ничего не пишете, вот ничего не получаете. Где говноновости, спрашивают? Так вот что вам новость. Серега качается. Новость. Самая главная новость фитнес. Гошан хочет поразвлечься. Мирон качается, вот самое главное новость. Ну что-то у вас тухлая суббота питерская. Ну кто в Питере, конечно. Народу мало смотрит вообще. На сцену Даша видела, она была лучше всех. Спасибо. А перескок сейчас еще. Показать. Сейчас вам свою форму покажу. Как еще быть? Куда вас поставить-то? Да не знаю, наверное, надеемся, что Гусев займет достойное место. Такое я не знаю. Тут светло очень, даже не видно нифига. Это Гошан. Гошан это наш дружище. У него есть свой канал. Подписывайтесь. Как Гоша называется твой канал? Принц Георгий? Принц Георгий. Принц Георгий. Везде и везде найдете. Принц Георгий. Спасибо. Он такую форму сделал. Такую форму? Серега будет делать такую форму. Весне. Сколько раз в день кушаем? Примерно, ну, где-то ну, раз пять. Раз пять день кушаем. Дерьмо. Ну да. Поставить куда-нибудь этот телефон.
Худею. Ваши лайки где? Ваши лайки. Так, учить начал серый или с октября? С октября. С октября. С октября начнем сексибрить. Когда Гошан в Азию поедет? Зачем Азию? Может это, Африка? Что вам Азия? Когда спрашивали, когда Гошан вернется, вот вернулся. Теперь спрашивают, когда уедешь. Когда потом будет спрашивать, когда приедет. Мам, привет. А, я узнал тебя. Вот смотри, как Гошан, мам. Привет! Здрасте. Здрасте. Это я, мам. Миш, худая какая стала. Это я, мам. Так, Гошан где притчи делал? Гошан, зачем приехал? Иди же в джунгли, Гошан пишет. Иди в джунгли! Джунгли зовут! Так, последнее упражнение Георгича, это махер в сторону. Вы смотрите ваши блоги, наверное, да? Спасибо. Вы всегда были дохлые, сэра, они только не блоги, слушали. Влоги, видеоблог. Что? Влог, видеоблог. Влог, видеоблог. Так что так, сегодня качаемся. Вчера очень круто... Ты снимаешь меня, да? Я такая ассоциация. И упала, прикинь, запуталась нога. Нет, мы не кушаем чипсы, мы ни в коем случае не чипсы. Все, у нас теперь бесчипсовая. Мы уже соскучились по этому, когда можно покушать ничего. Да. Ага. Ребята, встречи с подписчиками сразу катить. Давай, давай, мы с тобой full body, ой, full body. Я поставлю на аватар. А как мне его развернуть? Ребята, сейчас 5 секунд, висит там мне, но... Ты что, офигел, что ли? Да, прикольно. Нет, не прикольно. Как это, Mortal Kombat? Давай, ты Соня? О, давай. Подожди, чуваки. Погоди. Сейчас тут они что-то придумали. Понял, да? Mortal Kombat, они стоят там. Чё? Чехольчик спасает вообще капитана. Как его поставить? Как его поставить? Серёж, как ты ставил телефон когда-то? Помнишь, 100 тысяч лет назад? Не помню. Давай я его. Да вот на... Ты чё, из тега снимал? Не так? Чё надел? Ты как Соня, помнишь? Не, она тоже там стоит вот такой куда-то. На одной линии станция вот сюда. Обязательно? Мне кажется, надо сексуально что-то сделать. Но мы не привлечем внимания твоими местами. Чего? Если только я так не возьму. Так. Так, ну давай, Дашенька, встань, чуть-чуть докрутись. Давай, докручивайся. По-другому, еще больше, 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 больше. Да? Еще, еще. Да? Еще, да. И второй рукой возьми за это. За голову его. Так. Нормально. Наш перископ. Колено в голову. Что ж ты, ребят, мы вчера как раз занимались у Артема Тарасова в клубе. Было круто. Так, что дальше, Серый? Почили привет, скажи. Все, давай, может, подходит бицепсом. Всем здорово, кто там есть. Дай привет, Вася. Да? Они заняты, Олесь, они заняты. Что-то у вас погода очень хорошая. Да, у нас хорошая. Все, мы ходим уже?
вообще, сегодня, если честно, я заниматься вообще не хочу, очень вообще тяжело. После вчерашней тренировки, которую мне устроили ребята в ММА, где я боксировала, это было так сложно, у меня болят руки, болит спина. Эдуард Сыт, писать вам. А, что? Не поняла, кто? Я не поняла. Я прочитала, не поняла, что прочитала. Чё, пишите ваши вопросы. Да ребята хотят покачать еще что-то покачать, но я говорю, я очень устала и ничего не хочу качать. Почему всегда одеваешь пояс? Слушайте, ну, во-первых, все, ты снимаешь? Во-первых, мне нравится, как это выглядит внешне. Очень красиво. Ну, а да, во-вторых, если честно, да, это поддерживает живот и спину. Тем более здесь такой каркасик есть из пластмассовых косточек. И он действительно придерживает спинку. И сегодня она мне очень сильно болит после вчерашней тренировки. Реально, было сложно. И сегодня он прям мне как никогда помогает. Когда я не прочитала. Вот так вот. Почему ты решила снова вернуться? Я не... Слушайте, у меня вот такие странные ребята. Я не решила снова вернуться в бикини. Бикини я начинала. Я хотела изначально быть бодифитнес, и в бикини выступила всего два раза. Первый раз в натуральном бодибилдинге, второй раз уже на нормальном бодибилдинге в бикини. Я не собираюсь в бикини выступать в России. Ну, если так, на секундочку. И не забегайте вперед, ребят. На самом деле, я еще надеру задницу любой бодифитнес сейчас. Я в хорошей форме. Я в прекрасной форме. Поэтому вот так вот. Но худею, да, худею. Прям вообще очень сильно. Очень сильно худею. А в субботу дискотека. Смотрите, какое солнце, братва. Харе сидеть в ее перископе, валите на улицу. Авось нас встретите, а? Где будем сегодня? Где мы не будем. Мы сейчас на севере, потом поедем на юг. Нормальный потом ответ. На восток или запад. Нормальный ответ. Да. Ну же, на своих так, как каждый день что-то подходит, говорит, что убери его. Кого? Кого его? Гриб, наверное. Что сюда? Камера. Гошан, ты работал барменом? Я, да. Блин, а улице заболезли. Ну, вообще вместе с ними, да. Гошан эпатажный. Так, еще одно движение изоляции на банке. Это... Что-то с камерой вообще. Поставить некуда. О, вот здесь. Дашуля, красотка. Спасибо. Когда? Замаскивается. Так что это был город? Это город Арзамас, этот город, не знаешь, такой сегодня город. Сережа чуть не убила. Убила Сережу. Сережу не убила. Убила Сережу. Попой своей села на него, огромный, случайно. А я Сережу сегодня любил. Какой кошмар. Что несет этот идиот? Даш, приближайся просто к камере по чуть-чуть, давай. Дурак. Не влазит. А меня так прокатит. Черный квадрат болеющий становится. Почему они не ставят нам лайки? Мы такие телешоу. О, ничего себе. Сосочек. Они типа думают, смотри, сколько лайков. Давайте ставьте лайки мне на сиську. Так, весело у нас. Да, у нас постоянно весело. Дядя Сережа на Синтоле. Нет, дядя Сережа не на Синтоле. Зачем, собственно? Ни к чему. Ну что?
Так. Пьем ли мы, в смысле, воду или алкоголь? Алкоголь нет. Редко, может быть, я не знаю, там раз в полгода можно выпить вкусного хорошего вина или пива там с чипсами. Так что так. Короче, я сегодня не тренируюсь, я сегодня очкую реально. Ой, не очкую. С очкую, в смысле, ну. То есть вчера я, ребята, меня у Артема Тарасова вообще настолько крутые мне тренировочки сделали. Мы на Васе Алексеева, где занимается великий и ужасный Валерон, тестостерон, Валерий Живухин. Так, Гошан человек, позитив. Да, он это сам знает, но за это передам. Даша, Гошан планирует возвращать форму. Да, у Гошана сейчас начинается трансформация. Эту трансформацию ему, в общем-то, сделает Сережа, дядя Сережа. И он будет в крутой форме и уже планирует вместе с нами выступать на ближайшем чемпионате, который будет в конце ноября или в начале декабря. Так. Да, и он тоже с нами заспорился по поводу пресса, так что если что... Ну, мужиков я их жрать не буду. Да, он тоже будет показывать свой пресс. Ой, я видел на ютубе тебя. Ну что, все? Если видела, то ставь мне там лайк. Сереж, залезь в кадр. Ну что, Гошанчик, давай прощаться с моими этими, чтобы на заставочке ты тоже был. Что, где? А, туда? Да. Давай, Сереж, ты тоже залезь. Все, всем пока.